надо, дорогуша. Селись поселка, тебя это не касается. Так что ступай своей дорогой, пока отпускают. Зря ты вмешиваешься в наши дела, дорогуша. Тебе это будет дорого стоить. Мы еще увидимся, обещаю. И эту встречу ты запомнишь надолго. Уходим, братва! Привет! Не поможешь? А нам жить здесь дальше. Крысы вернутся, их будет больше. Они никогда не оставляют добычу просто так. О твоей храбрости будут петь самумы в пустошах. Один из детей пустыни, Кату, был в пещере крыс. Он заплатил за это. Его кровь пропитала песок, и дух его уже на пути к предкам. Ты можешь найти его в хижине. Если ты хочешь узнать, где находится крысиная нора, тебе нужно перенести жизнь из мертвой пустыни и отдать Кату. Ты должен отправиться в пустоши и найти там растение жизни. Оно вернет дух Кату в его тело, и ты узнаешь, где скрываются крысы.